Итак, сегодня на обзоре таксопарк «Такси Хайп», который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Здравствуйте. Не. Ну, брату. Точно. Ну, братуха. Эй, братан, давай посидим, давай подымим, давай поговорим. В очень пахнет сюда, вы докурите как бы и потом садитесь. Я, ну, точно что, нет. Что, западло, что ли? А работать западло, западло. Борис Сергеевич, я не блатной масти. Братух, сигареты, что ли? Дружище, успокойся, закройте дверь, пожалуйста, и докурите там сюда, тянем. Хорошо. Я не курю, мне это не надо. Я вообще. Понял. Да, закройте. Все, можно, да? Ну, если без сигареты, без то сигареты. Можно. Без сигареты. Заберетесь? Да, заберусь. Я немножко поддатый только, ничего страшного. Замечательно, пристегнетесь? А вы, может, не пристегиваться? Нет, вам лучше пристегнуться, чтобы вы тут не выпрыгнули у меня случайно. Да нафига мне выпрыгивать? Я что, самоубийца, что ли? Я не знаю. Я не хочу, блин, узнавать. Пристегнитесь. Да ладно? Не хочу я пристегиваться. Тогда мы не поедем. А деньги-то оплачены? Ну, что делать? Пока не оплачен, я пока не поставил, что мы сейчас едем. Я могу вообще подождать 7 минут и сделать отмену даже меньше. Да, братух, я не люблю ремни. Мы не просто. Братья, у нас разные матери и отцы тоже. Зуб даю, я бы знал про наличие такого брата. Пристегивайтесь. Я не люблю ремни просто. А я не люблю манную кашу, а ел ее все детство, причем с комками. Всякое бывает. Едем. Что, настроения нет, что ли? У меня вообще всегда есть настроение. Незаметно. Ну, ничего страшного. Вы, главное, выдохните, спокойненько едем. Да спокойно. Все, хорошо. Да просто один мне настроение испортил, гондон. Отлично. А у меня есть кокос. Кость, ты себя нормально вести можешь, а? Кокс хочешь? Баран. Я очень рад за вас. Видимо, сегодня у вас будет шикарный вечер. И день тоже. Не, на самом деле есть кокос. Хорошо. Гости? Меня? Да. Вы знаете, нет, я давно такими вещами никогда не занимался. Да давайте угощу, я не жадный. Я понимаю, спасибо. Показать? Не надо. Да вот кокос. А, кокос. Да. А, не кокос. Да. А чё он такой не целый? Ну, просто об голову разбил одному. Себе? Нет, там. А, кажется, как будто себе. Нет. Ты сказал, что все хорошо, как и остальные твои альтер-личности, с которыми я говорила. Но, полагаю, произошедшее всколыхнуло воспоминания о том, как тебя били в детстве. Порой пережитый стресс может вынудить подавленные личности выйти на свет. Так, и что случилось-то? Он спать упал. А вы обсонного разбили уже или что? Нет. А задача какая была? Наказать человека или открыть кокос? Успокоить. А, успокой. Я думал, вам кокос да. не открыть было. Да, буянил просто хорошо. Ну, ясно. Прекрасно. Докапывался до меня. Так. А почему именно кокос? Ну, потому что под рукой было. У вас был под рукой кокос? Да. Действительно, это же такая вещь, которая всегда под рукой, в принципе. Ну, блин. Ну, вот так. Да. Получилось. Получилось так. Вообще огнище. Просто вот. Выпивали с ним. А под рукой кокос? Да. Да. Мы здесь на скамейке лежал рядом. Какие у нас в Питере все-таки... Прикольные скамейки. Да. Может спокойно лежать рядом кокос. Он просто... Это Питер. Выпивали. Mm-hmm. И перепил человек. Пришлось успокоить. А вы решили кокос не выбрасывать? Да а вторая нет. половина
Вы съели ее? Угостил. А, угостили кого-то. Да. А сейчас предлагаете мне, да, эту историю? Я добрый вообще парень. А я вижу, кокосы бьете об голову, да. Прям. Да не! Мистер Доброта. Не, просто меня стоит не заводить. А, стоит не заводить. Да. Угу. Стоит не заводить. Или не стоит заводить, правильно, вот лучше. Да. Тогда, да? Угу. Потому что с психикой у меня плоховато. Так. Ну, я надеюсь, вы, ну, ко мне никаких претензий нет? Да не, все хорошо. У вас половинка кокоса осталась, и я боюсь, как бы вы тут сейчас меня успокаивать не начали. Да не, в адекват. Надо было все-таки соглашаться, угощаться, чтобы вас разоружить. Как, не-не-не, шучу, нет, я шучу. Шутка, спасибо большое. Спасибо, пожалуйста, да, благодарю вас. Так. Как уходил, там до сих пор спал. Да? Да. А вы не боитесь, что он, ну, навсегда уснул там, нет? Да не, шевелился. Шевелился, да? Да. Ну, слава богу. Вот так. Его просто хотели друзья мои успокоить. И я его успокоил. А у вас кокос под рукой? Да. Да, действительно. У нас же в Питере всех успокаивают кокосом. Ну да. Да, раньше кокосом наоборот разогревали и разгоняли. Это да. Согласен. Ну, у нас поездка не длинная, слава богу. Ну да. Так что спасибо вам. У вас безнал же, да, по-моему? Да, безнал. Тогда поздравляю вас с тем, что мы доехали. Слушайте, может вам на чай оставить? Кокос нет, спасибо. Да не кокос. Вот, у меня наличка есть немножко, возьмите. Да вы что? Я да думаю, возьмите. Вам, мне кажется, вам нужнее, да дружище. Да возьми, дружище. Ну много, давай хотя бы. Да не, бери на чай. Спасибо большое. Да не за что. Да, до свидания, видимо, спасибо. Да, счастливо вам. Берегите себя и кокос. Само собой. Да, всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Аккуратно там сутки. Ага. Вот как на это реагировать? Человек с кокосом... Нет, человек с половинкой кокоса... Человек с половинкой кокоса дал мне на чай 300 рублей. 300 рублей. Не знаю, как на это реагировать. Человек с кокосом, человек с половинкой кокоса, это звучит как, неважно, как это звучит, с половинкой кокоса дает на чай 300 рублей. А люди, которые садятся сюда в леопардовых гуччи, дают подержать только... Ой! Не буду говорить, где даже. Короче... Вот это страна у нас такая. Есть добрый, блин, не хотел брать, правда, бабки эти. Надеюсь, что у него все будет хорошо, его не посадят, и вторая половинка кокоса будет вкусная, и он ее пристроит куда-то. Да, но в целом, конечно, вот вы говорите, откуда такие пассажиры? Хуй знает, товарищ майор, откуда такие пассажиры? Я не знаю. Откуда, блин, на скамейке взялся кокос? Откуда, блин, кокос? Ну, то есть, даже если предположить, что они бухали и закусывали, как они, сука, могли закусывать кокосом? Или даже занюхивать? Ну, типа, как? Откуда? Был такой анекдот замечательный. Синяка закрыли в комнате, да, без окон, без... Да, и дали ему там 10 бильярдных шаров. Через сутки приходят, нет шаров. Все, обыскали ему желудок, просветили, нет шаров, ничего нет. Ну, его зашкирятник говорит, где, блядь, шары бильярдные? Он говорит, верите, нет, анекдот старый с бородой, но суть вы поняли, да? Хер его знает, но выглядит это со стороны, конечно, прикольно. Это Питер, друзья мои, хотите повозить маргиналов, приезжайте к нам, и у вас все будет. А мы отправляемся... А мы отправляемся. Поехал работать. Пока-пока. Только лучший таксопарк, только такси хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши.